Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Парень сказал, что будут дети у нас только после того, как я устроюсь на работу нормальную. Я фрилансер. Собственно, все, больше ничего автор не написал. Ну, я думаю, что здесь в первую очередь, вот прям первый такой вопрос, который вам нужно себе задать, это что для меня значит дети? И уверены ли вы, что вы воспринимаете парня как самостоятельную единицу, а не как такой мостик, да, для достижения цели детей. В этом случае есть большая проблема пробуксовки отношений, потому что вы не воспринимаете молодого человека как партнера, как личность, да, а видите его просто как средство. Отношения, выстраиваемые по такой структуре, достаточно поверхностные, часто односторонние и чреваты конфликтами и ссорами, потому что у человека нет возможности проявлять все свои стороны в отношениях, быть разным, да? Вот. Поэтому это первый вопрос, на который вам нужно задать себе. Второй вопрос. Мужчина высказывает свои пожелания. Ну, к этому можно по-разному относиться. Можно по-разному воспринимать то, что он говорит. Кто-то из моих коллег считает, что эта позиция неправильная. Кто-то, я уверен, как бы, ну, отнесется к этому, знаете, неправильно. Вот. Пожалуй, вот я, наверное, как раз из тех больше людей, кто больше нейтрально относится к такого рода высказываниям, потому что мне кажется, что у всех людей должна быть возможность, значит, ну, иметь, во-первых, свое мнение, во-вторых, выражать, проявлять и претендовать на какую-то свою позицию и на какое-то видение взаимодействия с другим человеком. Вопрос заключается в том, насколько это устраивает вас, да? То есть вот, насколько вам это нравится, насколько вы насколько вы считаете это адекватным, вот, и как вы к этому отнеслись, вот. Поэтому я думаю, что на этих вещах вам и нужно вот, ну, сконцентрироваться, вот. Хотя бы, ну, хотя бы для начала, да, вот, а дальше уже, в принципе, будет, ну, видно и понятно, вот, а в какую сторону, да, как вы могли бы
двигаться. Вот. Вот. Как-то, ну, как так. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, да, это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформулировать для себя, ну, так скажем, базовые постулаты для психотерапии. Вот, значит, всего вам самого хорошего, обращайтесь за помощью и не затягивайте.